меня еще второй повод. Я сегодня хочу вспомнить Виктора Павловича Куценко. Это был такой генерал, художник, советник инженерных по инженерным войскам в Афганистане. Замечательный человек. И однажды вот в санатории «Русь», который был и сейчас, по-моему, отдан афганцам, он оформлял музей, и там очень много его картин. Вот мне показывает одну картину. Я говорю, очень хорошая картина. Говорю, ну что-то здесь какие-то знакомые лица. Так это, говорит, картина называется «Нюрка». А там сидят у костра, там это, двое человек, около них лежит собака. Говорит, кто сидит? Я говорю, да один вроде вы, говорит, а второй это ты. Вот. То есть он нарисовал такую картину. Плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. А как Нюрка была хороша, самый тоненький чуяла запах. Плачет Нюрка, а птица летит, боевая железная птица. Плачет Нюрка, себе не простит, но ведь плачет и все не простится. Гладит Нюрку родная рука, ей лизнуть бы хозяйскую руку. Так знакома она, так легка, обреченная Нюркой на муку. Вертолет не врезается пол, высеченная Нюркина тело. Сотню раз она чуяла тол, а в 101-й чуть-чуть не успела. По загривку прошел холодок, когда запахом сбоку пахнуло. Но на тонкий стальной проводок по расщелине лапа скользнула, и взметнулся огонь из камней, и запахло железом каленым, и хозяин, идущий за ней, опустился на землю со стоном, и ползла к нему Нюрка, ползла, и лизала его, и лизала, и хрипела на помощь звала, и глазами всю боль рассказала. Подбежали к саперу друзья, обмотали бинтами сапера. Он сказал, не без Нюрки нельзя. Нет, сказали ему, это горы. Вертолет прилетел поутру, их вдвоем погрузили в машину. Ты не плачь, Нюрка, я не умру. Ты не плачь, я тебя не покину. Но плачет Нюрка, живая душа, слезы с кровью смешались на лапах. Ах, как Нюрка была хороша, самый тоненький.